Кованый трехколесный велосипед появился на улице Конституции Казахстана. Такой подарок детям Петропавловска сделали байкеры на Международный день защиты детей, рассказывает Любовь Мироедова. Большой кованый велосипед, который появился на днях на главной улице областного центра – подарок местных байкеров детям. Это идея членов клуба «Северный ветер». Участие в ее реализации приняли около 50 байкеров. Идея подарить именно велосипед родилась потому, что, наверное, самый первый стоящий подарок в жизни каждого ребенка, такой самый серьезный, это был велосипед, который давал возможность ребенку выехать сначала из своего двора, да, а потом куда-то дальше. Кстати, дизайн велосипеда разработали сами байкеры, причем проект, который сейчас видят горожане на улице Конституции Казахстана, не окончательный. Велосипед, ну это, в общем-то, это тоже байк, он, в принципе, наша историческая форма, вот такая, первые велосипеды вот такие были, такой формы, поэтому мы решили сделать вот такой композицию общую, значит, один вот такой велосипед большой, мы вот на днях сюда установим еще клумбы, цветы посадим, вот, и второй к дню города мы хотим поставить второй велосипед, он будет поменьше, натуральную величину, чтобы на нем могли люди садиться, фотографироваться. Стоимость кованого велосипеда байкеры не разглашают, ведь это подарок, а значит, цена должна оставаться в тайне. И, кстати, это не единственная малая архитектурная форма, какой байкеры хотят украсить улицы Петропавловска. Мы как бы не останавливаемся на данном произведении искусства. В будущем планируем поставить мотоцикл, тоже будем изготавливать либо сами, либо также обратимся к мастеру, который будет его ковать. Хочется внести свою лепту в красоту нашего города. Горожане благодарны за такой подарок и охотно делают фото на память у кованого велосипеда, гуляя здесь с детьми. Такой подарок нравится городу. Красивый, есть где посмотреть. Дети шли, сразу остановились, полюбовали. Задают, как на таком велосипеде ездили раньше. Мне вот с внучкой просто приятно здесь. Я каждый день с ней гуляю, каждый день. Ей нравится, она меня зовет на эту улицу. Мне очень понравился подарок от байкера. Теперь главное сохранить этот подарок. Он органично вписался в ряд уже установленных малых архитектурных форм на главной улице города. А прецеденты варварского отношения к ним, к сожалению, были и немало. Только девочку-тинейджер восстанавливали не один раз. Так что есть повод задуматься. Любовь Мироедова, Виталий Потеряев, новости НТРК.